В Яковлевско-Благовещенском храме Ярославля сегодня вспоминали священника Николая Любомудрого. Прошел ровно век с того момента, как уроженец села Юркино Пошехонского уезда ушел из жизни. Отец Николая был расстрелян без суда и следствия, став одной из многочисленных жертв красного террора и ненависти малой кучки односельчан. 20 августа 2000 года архиерейский собор РПЦ причислил Николая Любомудрого к лику священномучеников. Божественная литургия, которую возглавил митрополит Ярославский Ростовский Пантелеимон в Яковлевско-Благовещенском храме, прошла не случайно. Именно в нем пребывают мощи священномученика Николая. Вот тот подвиг мученичества, он является в нашем христианском учении самым высшим подвигом. Ибо это здесь проявление любви к Богу и к ближнему, и к самому себе. Николай Любомудров родился в селе Юркино Пошехонского уезда, окончил Ярославскую духовную семинарию и служил в Некулском районе. Священник проявил стойкость в тяжелые времена и остался предан долгу и вере. В 1918 году крестьянское восстание коснулось села, в котором жил отец Николай со своей семьей. Священника оклеветали, утверждая, что он служил молебен о даровании победы над советской властью. Отца Николая расстреляли без допроса и оглашения приговора. Затем те, кто это совершал, подошли и сорвали крест, серебряный крест отца Николая. В это время в доме у священника другая часть отряда в карты разыгрывала, кому что достанется. Сегодня почтить память священномученика Николая в храм пришли его потомки. Очень приятно, что и митрополит служил сегодня. И действительно... Прочувствовалось полностью, что праздник для Ярославля, несмотря на то, что будний день, но огромное количество прихожан и огромное количество благодарных и верующих, и поклоняющихся мощам нашего прадеда. После божественной литургии митрополит Пантелеимон вручил благодарственные письма всем, кто внес лепту в благоустройство Яковлевско-Благовещенского храма, где пребывают мощи отца Николая, а прихожанам подарили иконы священномученика. Илья Барабанов, Алена Лисенкова, Игорь Мосин. Новости города.